Глава Славянского района Роман Синеговский провел расширенный прием граждан. Во время приема жители города и села обратились за помощью в решении самых разных вопросов – от коммунальных проблем до оказания социальной поддержки. Всего в этот день главе района и его заместителям обратилось 58 человек. 24 из них принял Роман Синеговский. Обращения содержали вопросы как личного характера, так и касающиеся общественной жизни. Славянцев волнует состояние дорог, тротуаров и сроки их ремонта, социальная помощь в трудной жизненной ситуации, благоустройство населенных пунктов. По каждому из обращений Роман Синеговский дал поручение руководителям отраслевых структур и специалистам муниципальных служб. По некоторым вопросам глава района запланировал свои рабочие выезды для принятия решения на местах. Следующий расширенный прием граждан состоится в конце декабря. Предварительная запись на прием проводится в общественной приемной районной администрации по адресу улица Красная, 22 или по телефону 4 11 12.